потеряли все то лучшее, что было в нашей системе образования, и ничего не обрели полезного для России. Вопреки всем обещаниям Запада о полной интеграции наших университетов, научных центров в научное пространство Европы, ничего этого не произошло, к сожалению. По-прежнему сохранилась дискриминация наших дипломов, наших научных степеней. Потеряли все то лучшее, что было в нашей системе образования, и ничего не обрели полезного для России. Насколько мне известно, все фракции поддерживают позицию министра науки высшей школы. Есть понимание, что нам необходимо выходить из Болонской системы.